Село Дымово известно с 1693 года. К этому же году приписывают и построение первой деревянной церкви в этом селе. В 1734 году она получила название Никольской. К концу столетия она обветшала, и вместо нее на новом месте в 1789 году бароном Павлом Исаевичем Шаферовым и вдовой Ульяной Фроловой-Багреевой был построен каменный храм в честь Смоленской иконы Божьей Матери. А в 1805 году подпоручицей Преклонской была возведена и колокольня с приделом в честь иконы Божьей Матери Федотьевской. С этого времени село Дымово получает свое второе название – Новобогородицкое. В конце 19 века приход состоял только из одного села Дымово, насчитывающего 89 дворов, в которых проживали 294 мужчины и 290 женщин. Из священнослужителей церкви известны Михаил, Савва Климентов, Федор Стефанов, Георгий Федоров, Иван Алексеевич Якимецкий, Иван Афанасьевич Соколов, Михаил Владимиров, Иван Кобзев.